Отзывайте своих людей. Цель появилась. Кто? Арчер? Где она? На одном из складов Белого Света. Забудьте о ней. Возвращайтесь, у нас много дел. Уже в пути. Просто любопытно. На каком складе? Из рапорта узнаете. Шевелитесь. Вас понял. Я нашел Арчер. Она на одном из объектов Гентек Белый Свет. Отправляюсь к ней. Ладно. Кстати, Афина нашла документы по Белому Свету в Гентек. Она их сейчас расшифровывает. Посмотрим, что я там найду. Держитесь. Арчер должна быть где-то внутри. Нужно найти вход. Вайпер 4 говорит, Вайпер 4-1, на территории враг. Как слышите меня? Всем отрядом, это Вайпер 4, объект в полной изоляции. Никто не выходит и не входит. Вайпер 4-1, доктор Арчер, жива? Да, сэр, она у нас и никуда не денется. Прием. Окей, Афина взломала их камеры наблюдения. Я вижу. Это хорошо. Очень хорошо. Тоже мне прикрытие. Огонь!
Мне прикрытие. Повторные нарушения химбезопасности. Критический уровень заражения воздуха. Близкий к смертельному. Капитан, это доктор Арчер. Если протечки усилятся, испарения разойдутся по всей базе. Причем уважение, доктор. Доктор, я насильно вас отсюда оттащу, если придется. Живо! Не стоило сюда приходить. Я должен быть... Думаешь, ты лучше нас, да? Смотри внимательно, Хеллер. Это будет твой последний урок. Какого? Тебя. Доктор Арчер, это так. Культура, которую вы добавляете в белый свет, была взята у самого Алекса Мерсера. Именно. А потом отнесись к нему с почтением. Иначе будут последствия.
наемник, он в ловушке. Что прикажете делать? Уничтожить его. Жопа! Чекмейт, говорит Вайпер 2-4. Хеллер все еще жив и похоже, он управляет зараженными. Говорит катапульта 4-1. Ведем бой с объектом. Прием. Вас понял, 4-1. Какого? Чекмейт, у нас тыло зараженные. Их толпы. Господи, нас бросают всем, чем можно. Не могу удержать управление. Проголодались, да? Атуй их. Интересно, тапочки они приносят? Ты нашел то, что нужно? Не совсем. Мерсер отравил белый свет какими-то гемокультурами. Своими культурами. Это все, что я знаю. Это плохо. Попрошу Афину узнать координаты всех складов белого света. Джеймс Хеллер, да? Я Сабрина Галловей. Знаю, вы можете меня убить, но сначала выслушайте. Ради вас же. Вы не такой, как другие, да? С этим вы согласны? Что ж, и я не такая. Издеваешься? Поймите, все остальные беспрекословно подчиняются Мерсеру. А вы нет, и я тоже. Чушь! Слушайте, я чувствую развитых. Это дар. Ну и дар. Я же тебя врасплох застал. Именно. Вас я не чувствую. И, кстати, еще одного. Развитого по имени Роланд. А мне что до этого? Вы хотите, чтобы кто-то из нас, неуловимое создание, за вами следило? Обо всем докладывая Мерсеру? Мразь, я хочу всех вас перебить. Плевать, кого первым. А мне нет. Так что подумайте. Круг подозреваемых сузился до трех. Я назову все три имени. Убьете его, сдам других. И останусь жива. Что скажете? На чьей ты стороне, а? Своей. Один такой уже пытался меня использовать. Раздавил его как мошку. Если понадобится, и тебя раздавлю. Не бойтесь. Мы с вами сработаемся. Только что Роланд притворяется одним из сотрудников Гентек. Черный дозор выслал за ними спасательную группу. Ты внедряешься в эту группу и убиваешь его. Проще простого. Отец, прием. Я нашел Галловей. Она говорит, что может сказать мне, где найти какого-то развитого по имени Роланд. Он в ладах с Мерсером. И? Говорит, если ее пощадить, она выдаст всех развитых, работающих на Мерсера. Одного уже выдала. Роланда. Отлично. В чем проблема? Эта девица не в себе. Ей нельзя доверять. Это Паша. Найдешь Роланда, узнаешь что-то полезное об Алексе Мерсере. Ладно. Загляну к этому Роланду. Рэр,
4-3, говорит Рэтлер 4. Что там у нас с эвакуацией? Прием. Это 4-3, мы на месте. Ждем вас, лейтенант. Похоже, спасательная группа Роланда. Надеюсь, они не против, если я пойду с ними. Ученых. Ура! Заткнись нахер, Старнс. Говорят, эти ребята шишки из Гентека. Как правило, да. Долбанные мозголомы. Я о том же. Они много денег поднимают. Наверняка они будут рады нам заплатить за труды. Твою мать, даже не думай, Старнс. Мне далеко не все известно об этом парне. Он правая рука Мерсера. Этого довольно, чтобы его убить. А некоторые зараженные девки очень ничего, если им на голову мешок надеть. Старнс, и как ты только психологическую проверку прошел? У нас тут гидра, прячься! Ну вернись!
Копы, смирно! Удерживать позицию. Персона в безопасности. Срочно требуется транспорт. Принято, 4-3. Приближается транспорт. Прием. Галловей, здесь 5 ублюдков. Который из них Роланд? Понятия не имею. Просто убейте всех, чтобы наверняка. Черт возьми! Предатель! Хелли, он был там? Он убит? Скользкий гаденыш сбежал. Отлично. Попробую его найти. Снова. Знаменитый Джеймс Хеллер. Надо сказать, я разочарован. Роланд. Такую силу тратить зря. И на что? На месть? Ох уж эта пустая суета простых людишек. Простой парень, да? Рванул в бега с перепугу. Просто давал тебе фору. Вот увидишь. Алло.
Я нашла Роланда. Он направляется к логову. Надеюсь, вы знаете, что такое логово. Ага, нора, кишащая всякой мерзостью. Как я рад. Никак нельзя посерьезнее. Чем дольше будете тянуть, тем скорее она сознает сам Мерсер. Ой-ой, что ты? Как бы его не разозлить? Ага, не волнуйся. Очень скоро увидимся, Роланд. А потом что, убьешь меня? И что будешь делать тогда? Покончу с этой лабудой Черного Дозора, а затем убью Мерсера. Ясно. И даже если придется убить ради этого тысячи людей, да ты герой. Я разве сказал, что я чертов герой, а? Теперь ясно, что он в тебе нашел. Ты такой же упрямый, как он. Супер. Одну мразь Роланда потеряли, одну мразь нашли. Тебе обо мне рассказал. Галловей? Убив меня, ничего не добьешься. Нет. Но зато будет весело. Возможно, тебе еще нужно время все обдумать. Я тебя до смерти забью конечностями этой жирной твари! Хреново тебе, да, жиртрест? Давай, давай.
С этим поосторожнее. Могу и поранить кого. Red Crown, это Viper 4-2. Мы нашли раненого офицера. Он подтвердил, что объект в гнезде. Прием. Они же о Роланде говорят. Он в одном из танков. Он мой. Red Crown, это Viper 4-2. Раненый офицер помещен в одну из СССР. Прием. Знаю, что ты где-то там. Думаешь, я прячусь от тебя? Я просто жду, когда ты устанешь. Бах! Пиши, не забывай. Соединись ты к нам с Мерсером, этого глупого спора не было бы. Ты даже не выслушал план! Ха-ха. Ладно, я скоро узнаю все, что ты знаешь. А ты настроен серьезно? Ты кусок говна! Покажи, что можешь. Что ж, нет проблем. Нет, мистер Мерсер. Сэр, мои маршруты обходят стороной все посты Черного Дозора. Значит, все запасы Белого Света сейчас покидают Зеленую Зону. Да, последняя партия прибудет через пару часов. Галловей, Роланд мертв. Ну и сколько ты возился? А ты, конечно, ноги в кровь стерла. Старалась. Не смей мне хамить. Никто не смеет мне хамить. А мне кажется, стоило бы.